Всем привет! Сегодня будем ставить OpenBSD с графической оболочкой Matter. Я буду ставить на виртуальную машину VMware. Для начала скачаем образ. Создадим машину. Я буду использовать режим BIOS вместо Wi-Fi. Позже скажу почему. В виртуалке нет возможности подключения виртуальной флешки, поэтому будем подключать как виртуальный диск. Но сначала надо конвертировать образ в формат, который виртуалка может считать. Здесь в режиме BIOS можно загружаться только с первого диска, поэтому время установки изменим просто подключение диска. Ставим английскую раскладку, иначе будет проблема. В самом окружении потом можно будет поменять. Выбираем диск, куда будем ставить. Размечаем в NVDA, так как почему-то в Windows не работает GPT. Я не люблю много разделов, поэтому лучше сделаю один корневик. Включаем машину, убираем установочный диск и обратно ставим первый диск системы. Чтобы лучше было видно, переключусь в текстовый режим. Поставим патчи. А затем установим базовый софт. Настроим sudo, а именно добавим нашего пользователя, а также отключим вот пароль. Поставим ваш изменить сервер для скачивания. Создайте символьный установку, так как если буду искать другое имя файла, ну и настроек. Добавим путь для питона. Будем отображать все файлы на LS. Для суда сохраним переменные производители. Ну и будем отображать путь в баш. Настроим иксы, а именно мыши видео адаптер виртуал. Но поэтому я ставил в Windows, иначе драйвер адаптера уходил всех файлов, а хоть и для ускорения. Поставим несколько полезных утилит для сорта, а также дебас и консолки. Включим их при запуске. Также настроим домашний папку. Поставим мотейку и садю. Пока ставится, сделаем дефолтный мотей. Сделаем автолог.
Ну, а теперь настраиваем разрешение, раскладку, тему питания ScreenSeer. Замечание, есть баг, когда приложения ругаются на домашнюю папку. Тогда черни на себя и содержимое на всякий. Установим порты, а также их work и прогресс версии. Чуть позже по тесте. Ставим office на пакет LibreOffice, затем компиляторы и тому подобное. Потом создадим символьные ссылки, чтобы именно нормально было. Теперь настроим питон. Есть версия 3.10, однако я буду 3.9, чтобы проблем не было зависимости. Ну и теперь полный обзор системы, в том числе сборка пакета из Zipco.
Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.